Миссия «Болотный монстр». Нашей задачей было удержать железнодорожный состав снабжения. У меня было два фугаса, которые я установил в этом каньоне. Посредством мобильника я готов был подорвать их по команде. Мы заняли позиции и стали ждать. Да. Да, но у нас на нашей они будут северо-западнее. И им бы парочку южнее тогда по западу пустить. Чтобы наверняка, а то они могут пройти. Отсюда поебашим на 110 на 115, ребят. Еду до Урова. Шайтан, вам вот отсюда на юг. Фанесса где? А, запад, да? Да-да. Вот так, вы еще нашу пузыри. Слышу Бэху с юга. Бэх первый, если что у них. Едет с юга от нашей горы, получается, на подножие где-то. Давайте, ребята. Так, одна заглохла где-то на юге. Вторая подъезжает. Давай чуть назад оттянемся, чтобы в зону их запустить, чтобы стволы с них можно было поднять. Там Бэха стоит, чё ждёте-то, парни? Бэха на 220 стоит, чё ждём? Приглашение?
Шайтану. Все союзные силы были разбиты. Миссия была проиграна. На этой миссии наша задача была удерживать выданный нам сектор леса, не пропустить вражеские войска, затянуть их боем и встретить вражеский спецназ, с которым контакт ожидался в первые же минуты. Работает, кажется. Все. Все готово. Че у вас на юге бой? У АСФ. Да, глушители у них там. У них СПН. Ну, значит, да. СПНчики у них. Айдар. Очень близко. Прям где хаешки. Понял тебя. Ты стреляй. Ярче, ярче. Нас здесь видно. Ты семерка, да? На что, минуса? Да. Сдвигаемся-то. Да тут я, тут микрофон отрубился. Блять, ярче. А Мидгард? Живой, живой. Спецназ или обычные войска? Ярче, не уходи, ярче, на место. Ну, у кого закатано, я не понял. Зеленый автор. Закатан, значит, спецназ. Да, у меня РШГ, точно. Ну, крыс выбит, ярче. Да, бегу, бегу. Давай. Ватсап, у тебя нет трубы? Есть. Он там отлично. По елкам шарится, я потерял его. Глушитель кто? М2 работает по кому-то. Ватсап, ватсап. Одного убил. Черная метка, там убил. Мне медицина нужна. Вернуться сможешь? Я возвращаюсь. Что? Стоп.
Так, минус, походу. Давайте сдвиг. Получается, юго-восточный сон. Убил? Не важно, блять. Главное, чтобы тут просто туда не стреляли. Это второй, значит. Так. Господа, можете засматривать там актер Шайтан и двигаться в сторону юга к нашим. Майку и Харьку. Пойдем на юг через метки АЭСов и к 31-м. У них там дохуя и потерь много. Главное, что-то слышу далеко. Вдоль воды Амеры. На юге. Мы же там были. Вы сейчас слышали это? Да. Капец, блин, залагал тимспик. Глушите. Харёк, давай. Харёк. Дал метки, сдвиг. Это я был. Блин. Что дальше? А Харёк? На юге, да, был. Харёк, молчи, давайте сдвигаемся. Да, сейчас сразу. Дык. Ага, вижу там. За дымами. Работаешь, да? Да, убил. Там еще есть. Кстати, походу спецназ. Да, он самый. Опа. 249-й. Через дорогу убил пех. На дороге. Зайду. Шеверёнин там есть. Понял, подхожу к тебе. Регулярный подошел. Так, а вы смав подобрали с этого, не? Нет, я не подбирал. Сейчас возьму. Где там симов этот? А, вижу. Кто? Тут таймер сидит со смовом. А, вот, я его увидел, видимо. Сейчас такая херня была. Покажешь потом. Он не умирал просто. Охренеть, блин. Куда? Побежали. Садим в УАЗик. Походу приехали тут посюда забор. Пробуй перескочить здесь. На север. Далее. Уже. Это калаш, прям. Семерки, скорее всего. Да, вижу амеров. Где? 320. Метров 400 от нас. Они на метку 31-х заходят с запада, с берега. У меня просто Абрамс точно убитый? Блин, чьи-то ноги сидят в кусты, не пойму. Тихо, передо мной кто-то. А, свои там, свои 31-х. Ссылки на реплей боя оставлю в комментарии под видео.
Отличный способ следить за информацией на канале — это вступить в группу ВКонтакте, ссылка на которую есть в описании под видео.